замечательные мамы, папы, бабушки, дедушки и, понятно, наши прекрасные зрители, ребятишки, внуки, детки. Сегодня у нас в гостях следующая буква. И, конечно, без вашей помощи мне здесь не разобраться. Все трудно. Кто-то куда-то забрался. Опять новая буква. Только с вами. Ой, друзья, пришла к нам буква. Сбоку красная, как клюква. Справа у нее рука. Что же это, буква? Точно! Молодцы, ребятки, буква К! Ой, как вы быстро и ловко отгадали эту букву. Хорошо, давайте с вами порассуждаем дальше. Как вы мне помогаете каждый день, на каждом уроке. Хитрый зверь забрался выше. Зверь с усами любит крыши, в лапе хвост, открытый рот. Кто там очень рыжий? Ой, ребятки, ну снова попали в точку. Это рыжий кот. Как же я не догадался. Ой, смотрю, очень похож на кого-то. А кто, не могу понять. Никак не смог понять. Только с вами, с вашей помощью. Ну что ж, давайте сейчас все это еще раз споем, повторим. Буква сбоку красная, как клюква, справа у нее рука. Что же это, буква? К, точно, буква К. Дальше. Забрался выше. Зверь с усами любит крыши, в лапе хвост, открытый рот. Кто там очень рыжий? Кот, рыжий кот. Молодцы, ребятки, молодцы. Спасибо вам и взрослые, что во всем мы с вами правильно разобрались и поняли, что за буква и что за зверь такой страшный рыжий. Всего доброго. Встретимся со следующей буквой в веселой азбуке. Еще раз я благодарен вам.